В штате Вирджиния совершено нападение на семью местного законодателя, члена Верхней палаты Ассамблеи штата Крейга Дитца. Политик-демократ получил несколько ножевых ранений и был срочно отправлен в больницу города Шарлоттсвиль. В его загородном доме в графстве Бат было найдено тело его сына Гаса, который, по предварительным данным, застрелился или же был застрелен неизвестными нападавшими. Гасу Дитцу был 21 год. Полицейские пытаются восстановить картину преступления. Был ли нападавший один или их было несколько? Не сообщили. Общается. Также пока неизвестно, удалось ли полиции задержать кого-либо. Сегодняшняя трагедия получила широкий отклик среди вирджинских политиков. Крейг Дитц представлял свой округ много лет. В 2009 году он безуспешно баллотировался на пост губернатора штата. Сам губернатор Вирджинии Роберт Макдоналл уже заявил, что шокирован случившимся.